Как правильно собрать семена петунии в домашних условиях? Добавить комментарий. Ваш комментарий. Популярные разделы. Цветы розы. Актуальные. Осенью популярные статьи. Поиск по сайту. Найти, можно ли самостоятельно собрать семена петунии. Петуния – это цветущие травянистые или полукустарниковые растения, отличающиеся разнообразием сортов и видов. Садоводы обычно разводят его как однолетку, украшая балконы, клумбы, палисадники. Лучший вариант для сбора материала – простые одноцветные сорта, так как новые растения полностью повторят все характеристики материнского. От цвета и формы цветка до особенностей самого куста. Хорошо передаются по наследству белый, розовый, фиолетовый, лиловый цвета, а вот красный и желтый могут немного поменять оттенок. С гибридных петуний также можно собрать семена. Только рассада будет значительно отличаться от родительских растений. Сеянцы гибридных типов редко повторяют форму цветка и окрас, только в 30-40% случаев. Как правильно собрать семена петунии в домашних условиях? Принцип сбора семян петунии одинаков для всех разновидностей и сортов и сводится к нескольким этапам: выбор материнского растения, соблюдение сроков вызревания семенных коробочек, непосредственно сбор посадочного материала, правильная подготовка зерен в виде их просушивания и дозревания. Исключение составляют ампельные и махровые сорта. Ампельные разновидности крайне капризны и прихотливы, поэтому их разводят вегетативным способом. Махровые петунии не образуют семенной материал, они не приспособлены к этому. У них завязь преобразуется в дополнительные лепестки, чем и достигается махровость. В связи с этим их разведение проводят исключительно вегетативным способом. Когда собирать семена созревают спустя 3 месяца с начала активного и обильного цветения. Благоприятное время для сбора посадочного материала – август и сентябрь. О том, что семечки вызрели, подскажет цвет коробочки, в которой они находятся. Она подсохнет и станет желтого или светлого коричневого цвета. Здесь важно не упустить момент, иначе коробочка раскроется, и все содержимое разлетится. Где находятся семена? Чтобы выяснить, где семена у петунии, следует подождать окончания цветения. На месте завядшего цветка появляется коробочка. Она двустворчатая, овальной, немного заостренной формы. Сначала зеленого цвета, а по мере вызревания становится светло-коричневой, желтоватой, сухой и достигает размеров 10 умножить на 8 мм. Коробочка наполнена очень мелкими семенами. Их размер не превышает 0,6 мм, а вес 0,5 грамма, мельче, чем маковые зерна. Цвет темно-коричневый или черный. В коробочке около 100 семян. Сбор и заготовка семян. Сбор семян петунии в домашних условиях – процесс кропотливый и длительный, аккуратно снять. Завядший и высохший цветок, не повредив цветоножку, чашелистики и цветоложе. Лучше брать цветы, которые находятся внизу стебля. Там семечки завязываются и вызревают быстрее. Под цветком появится коробочка, вначале маленькая и зеленая. По мере вызревания, около 3 недель, она немного увеличится в размере, подсохнет и станет светло-коричневого цвета. Срезать созревшую коробочку вместе с чашелистиками, принести в дом и разместить на белой бумаге или салфетке. Раскрыть коробочку и высыпать семена на белую поверхность, чтобы черные зерна было отчетливо видно. Собранный материал необходимо просушить в течение 2-3 дней в сухом месте при комнатной температуре без попадания на него солнечных лучей. Далее можно отправлять на хранение для дозревания. Хранение семян. Собранные и подготовленные семечки пересыпают в бумажные пакеты или конверты, каждый из которых подписывают, указывая название сорта, цвет, другие характеристики конкретного растения. Хранят семена при комнатной температуре в сухом и темном месте. Размещать лучше вдали от отопительных приборов, иначе это негативно скажется на всхожести. Посев семян петунии на рассаду производят в начале февраля и марта. Благодаря соблюдению таких сроков растение порадует цветением в мае, начале июня. Заключение. Петуния – популярное летнее растение, полюбившееся цветоводам за неприхотливость, быстрый рост, красивое и пышное цветение. Нередко садоводам хочется сохранить полюбившийся сорт, поэтому многие прибегают к самостоятельному сбору семян и выращиванию рассады. Для сбора семечек лучше всего подходят простые однотонные сорта петунии, так как в этом случае хорошо передаются все характеристики растения.
У гибридов также возможно взять семенной материал, однако декоративные свойства материнского растения сеянцы не сохранят. Ампельные и махровые петунии разводятся только вегетативно. Как собрать семена петунии и как их хранить, watch this video on YouTube.